В Душанбе с 6 по 9 июня пройдет вторая международная конференция высокого уровня по десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годов. Программа мероприятия включает церемонии открытия и закрытия, пленарную сессию, 12 тематических и интерактивных панелей, 5 специальных форумов, региональных и основных групп, параллельные культурные мероприятия, включая выставку и марафон. Все форумы и панели охватят 5 аспектов – финансирование, данные и информация, укрепление потенциала, инновации и управление. Подробно о подготовке конференции в секретариате ШОС рассказал посол Таджикистана в КНР Захир Саид Зада. Конференция организовывается правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами. Основными задачами конференции является ускорение реализации согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, путем продвижения научно обоснованных решений и инструментов, улучшения наращивания потенциала, знаний и образования, демонстрации успешных партнерских отношений, а также укрепления сотрудничества и партнерства на всех уровнях. Участники конференции планируют обсудить роль водных ресурсов в противостоянии пандемии COVID-19 и другим угрозам здравоохранения, а также взаимосвязь между водой и изменением климата в контексте управления водными ресурсами как ключевого фактора смягчения последствий этого процесса. По словам посла, конференция в Душанбе станет ключевым этапом в подготовке конференции ООН, посвященной среднесрочному всеобъемлющему обзору выполнения задач международного десятилетия действий по защите водных ресурсов. Она пройдет в марте 2023 года в Нью-Йорке.